Всем привет! Дед Вадим в Екатеринбурге на соревнованиях трофи-моделей. Сейчас вы увидите, какую классную трассу сделали тут и как по ней проехала трофи-модель. От начала до конца, заняв второе место. Полная версия видео будет позже, с приколами и озвучкой. Так что подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Что тебе важнее, красивый кадр? Разок упасть можно. Я потом видео. Ради красивого видео. We'll be right back.
первого, капец, слабо. Фотография после 14:24.